Не захожу. Да-да-да. Ну, а у нее такая скорострельность. У нее вообще в кадре. Я привык уже к прицеливанию, а теперь к раскрутке буду привыкать. Просто выносит. На раз. На раз выносит. Выбил. Вова тут? Вова, ты помог тогда этим ас что-то там? Там дезинтан и прочее. Ты им помог? Нет? Они не ответили тебе? А что помочь нам было? Орги нас спрашивают. А я не знаю, они там не зелененькие, не короче, не очень. Опоздали, что ли? Такая какая-то команда позже была. Мне Джули Роджер писал. Типа, это не хочешь? А я-то вообще не собирался. Вот я одному из участников напишу, спрошу, что они. Чего? Да ладно уж, говори всем, кому пишешь. Не, я сказала сначала. Огр. Огрин. А. Это Корифан Зинтана, по-моему. Да-да-да. Эл, ты музыку какую-нибудь залепешил? Да. У тебя там и тяжеляк играл там под конец. У них патрончики такие. А, приколюха за бетку. Чё-то я сразу не догнал, вернее, как бы не, в это, упор на это не делал. Я там сделал три одинаковых пухи с одинаковыми деталями. Саш, в чем фишка? Почему у нас разные дамаги и все? В конечном результате бонусы падают рандомно, как угодно бонусы падают. Я из всех трех собрал одну самую мощную. Вот другая зато получила на один из патронов больше. И перезарядка. А нет, перезарядка у той быстрее. Быстрее и дамаг больше. То есть запчасти можно одинаковые сколько угодно делать. Например, затачивать чистую под скорость перезарядки или под самую дамажную. Ну, если за 6 минут они пройдут, у нас еще будет вторая техническая победа. И три победы за день, ну это капец. Ну тогда будем... Вон, Саня, зайдешь тогда, долбанем, ты отдыхаешь завтра? Саша? Нет. А, вот это плохо. Показательный матч бы провели. Просто поиграем. Показательный от слова показать. От какого слова? А показать нечего. Как, а этот? Нунчак. Будут нунчак свой показывать, что? Вебку включу. Как Корифан, не помню. Это студенческие годы. Такой еще так скромненько, так. Да у меня там ничего особенного. В разговоре. У нас человек 10 было, пиво сидели, пили. Как давай ржать его. Поскромничать. У меня ничего особенного. Тань, ты не зарегился на сайте? На каком? А, да я, короче, психанула, нажала окей, enter, просто так. А ну вообще мне написала, типа, ты же написала, что тебе еще нету даже годика. Ну я про это говорю. Даже годика нет. Не, ну так это уже в конце. Чулька. О, боже. А что это за фотки? Их надо принимать? Это там голый? Конечно. Я же тебе каждый вечер бросаю фотки в новых позах, где я голый. Не нарушай нашу традицию. Он хочет показать свои две новые татуировки, которые сделал вчера. А, да? Ну. Почему-то Артем уже о них знает, да. Да, блин, фотки кинуты были в общий чат, так что пришлось смотреть. Ничего так, татуировки. Так что, будем орать или нет? Еще 4 минуты. А они что говорят, чуваки? Они познали дзен, и все бренно. Да, ёшкин год, чё, 77. Нет, вот сейчас опять, 28 января.
Вот, указывай год, самое главное. Поставь 73-й. Ну, год-то должен быть... Самый часто... 73-й поставить? Да нет, ставь свой настоящий в игре отмеченный. Да ставлю, конфет... пишет, ты должен заполнить все поля. Ну, слишком это... мал, чтобы... Девушкам не дают поставить... Старше. Во, а, надо 18 писать! Тихо. Чё-то я пивка захотел. Вот зачем надо было это вслух говорить? Ну, захотел сам, зачем захотите другим? Я ем сейчас филе ментай. Просто сухой. Ну что это такое? Ну я уже не могу. Ну что он хочет, чтобы я ему нажала? Нажми. У тебя хром? Да, и хром, и эксплорер, то же самое пишет. Все в одном, мутант такой, короче. Ну, нажми перевод сверху, кнопка перевести страницу на русский. Окей, перевела. А ну-ка сделай демонстрацию экрана, сейчас мы тебя будем направлять. Ага, сейчас вы будете знать, сколько мне лет. Начнем с того, что я уже знаю. О, нет, черт! Мои юные годы раскрыты. И твои тоже? Это я шучу. А твои нет? Все, смотрите уже, а то я стесняюсь. Я ничего не вижу. Быстрее, быстрее уже. Вот, вводи. Все, ввела, входи. Вот, видишь сообщение? You must enter all fields. Ты должен заполнить все поля. Я жму ОК. Жму ОК. ОК. Видишь, что ничего? Время у тебя хорошее. Ты иди. Так ты не там это заполняешь. А ну-ка, что за сайт? Кинь мне ссылку. Скопируй, кинь. Это не то. Это ты вчера давал. Скопируйте. Нам надо чуть подождать, чтобы оно прогрузилось. О, какой-то красивый сайт. Урод.ру. Где? Где что-то? Где? А, тебя смотрю. А, вот это? Это не мой, кстати, не смотрите. О, все, не смотрю. Не мой браузер. Ну, в смысле, в браузере... О, боже, да-да. Бразерс? Бразерс. Короче, он по ссылке кинул меня прямо на сайт, извините. Ну, на сайт, где ты, это ты мне вчера писал, где Хельга, одежда Хельги там. Мне дали ачивку новую, называется. Ой, а ты со своими ачивками, ну, как интересно. Серьезно симпатичный в переводе хрома. 100 лайков. Спасибо. Дело перевести на русский. И то же самое. Нет никакой безопасности. Подключим скриптов. Ну давай отключим. Вон справа вот эта рука. Может она блокирует, да? Выгнал, выгнал. Отключить. Еще отключить. Ух ты, чужой компьютер. А ну-ка это сделай, ну обнови страничку, да, молодец. Во. Все записывают? Так, а ну отвернитесь. Нет, не 14. Так, года вечно прокурю. А он стоит практически мое день рождения всегда, короче. Прикольно. Нет, ну что это такое? Ну нет. Это у тебя, ну да, какие-то... Слишком мало полей. Ну и то же самое на... То же самое на где он. Значит, что-то из-за хрома. Ой, из-за хрома. На компе что-то. Может антивирус? Нам нужно больше полей. Ну, кто-то чё-то банит. Ну, то же самое вот на Эксплорере. Танюша, познает Дзен, а? Все бренды. Что там у нас с игрой, скажите мне лучше, а то вы все так отвлеклись на мои настраивания. Эвил играет уже. Да. По-моему, даже не... Да, он даже уже участвует? Не... Да, я в турнире уже. Мне тут так зашел пораньше, знаешь, как надрали. Прийти пораньше там. Я был один в турнир такой. Ребята, два молотка принес, быстрее, мы же договорились. Давайте пораньше сыграем. А то сейчас эти придут, опять все запоят. Я сам все сделаю. Я говорю, тут поставил. Не понимаю, надо защищаться, я сказал.
Немножко. Класс. Так, зрители спрашивают. Мы тоже знаем Ливиев? Конечно. Мы еще знали его в то время, когда он не надел прыгающие ботинки. Когда они были ему малы. Когда он их разносил. Когда старший брат гладил его по головке и говорит, да, чувак, когда-то ты и ты оденешь их. Типа того. По крайней мере, мое детство пошло именно так. У меня был старший брат. Нет, вот эта вещь будет скоро твоей. Артем, говорил мой старший брат, дай ему, ну, нам подарили по шоколадке. Дай мне свою шоколадку. Я говорю, а где твоя? Вот я ее съел. Я говорю, нет, не там, а у меня ничего не останется. Ты понимаешь? Я иду гулять, там будут девчонки. Этот тип меня раз за разом. Запомни на всю жизнь. Девчонки без пряника не подкатывают. Ну хорошо, ну, блин, я мелкий. Он берет шоколадку, уходит. Я так жалею весь вечер, что я так и не попробовал. Утром захожу к нему в комнату, он дрыхнет с будуньищем. Я говорю, ну что, как прошло? Он говорит, вообще все, огонь. А, ну я уходить, он такой, а, кстати, шоколадку-то забери, вон на столе. То есть он пошел, подружил, шоколадку забрал, вернул домой. Красавчик. Так и делаю всегда. Да? Молодец. Что? Нет, не может этого быть. Что все мужчины вот это вот делают? А всем женщинам нужны пряник, чтобы подружить? А то. Опачки. Один-один. Я даже не скрываю. Конечно, один. Так мы тоже не скрываем. Один-один. Всегда один. Ну, что там с игрой? Все, 10 минут, уже, по-моему, 13 минут. Хотят играть, пускай посылают мне запрос. А там вообще есть кто-нибудь с команды? Это хоть один. Я Ливиева вижу. А если Ливиев в команде? А ты все это время стримишь? А я такое там рассказала про себя, тайну такую. Ну ты же на русском. Тесла смотрит. Здорово, чувак. Как ты знаешь? Как я знаю? Mm-hmm. Ну, Тесла новый участник команды Red Rush, я знаю о нем все. Группу крови там, да. Там, конечно. Первое положительное, ему переливание после голубой делает. Он там на таран идет, лопату хватает. Разойдись. Психовый. Когда я свечу убил. Да, не шучу. Молодец. Тесла вообще красавчик. Честно шутишь, он заслушает. Охуеть. Я хочу Enter your birthday написать свою birthday. Что это за кошмар? Happy birthday? Без birthday плохо. Без birthday совсем не то вообще. А тем более, когда его не отмечают. Тесла угорает, короче. Меня Ливиев приглашает в пати. О, всего, что услышал. Да все, поражение. А ну, смотрю, Вова может... тоже в этой пати уже. Давайте глянем. А, может, он хочет говорить? Так, ну, ждем. Ждем, тогда ждем. Ты с ним общаешься? Че, принимаем? Мне тоже упал приглас. Эй, был командой. А что командой? Меня никто не пригласил. Ну ладно, так, видите там стол? Всяким уберите. Видите... Чемодан, бери его, это оборудование, бери, приводи. Ну, 15 минут уже, ну, блин, детский сад. Ну, салас. Чё сок вызывать? Не мог вовремя, блин, дайте поражение. Чё по правилам? Вова самый честный человек у нас в команде. Всё, Вов, звоню отцу, его тоже зовут Вова. Скажу, я нашел нового физрука в школу, командовать умеет. И там еще надо будет это военное дело. Бля, ну мы же проигрываем, ну защищайся, сука! 3000 рублей в месяц не везде предлагают, Вова, соглашайся. Нет? Блин, расстроиться. Это не серьезно. Нет? Да там нормально, деревня 800 человек. Нормально деревня. Вот я просто посчитал сейчас. И говорит, в нашем доме больше. Героям слава.
Нифига у вас прикольно по дому так. Помой посуду, пошел нахуй, это у нас так общение. Саня, он слышал постоянно.
Я и говорю, кого париться, если не можешь зайти. Новую сейчас фигачим, все. Сейчас. Вот. Какие проблемы? 3 секунды. Вот, все. А чё, Пупс? А чё Синобидок вышел? В смысле, я создал этот разговор. Это я. Нет, ты... Ну что, Вован появился. А вот сейчас что-то... В игре вообще вышел. Так это у меня что-то с интернетом. А там есть, Вова, есть? Да, там глюки какие-то есть. Постоянно попадают. Отлично, я сейчас на секунду отойду. В принципе, я уже в пазе, пригласите там. Ладно. Меня сейчас... Да. У меня, короче, жесткий косяк с интернетом. Ну, да видишь, вот Аня, она уже отобразилась, что меня нету. У меня еще как бы типа все... А тебя нету у меня в друзьях. Ты где? Ну, друзей нету. Оффлайн. Ну и все это, ждали, не ждали. Правило с правила, в этот раз получилось так, вообще без бы. Ну да. У меня тоже часть 42 времени. Ну, короче, это. Людей много, 8 человек, все, кто где находится. Время, блин, договорено за несколько дней. Какие проблемы? 3 победы, ё-моё, вас поздравляем. 2 технические. Да вообще. Но тут и молодцы. Конечно, это подарок для моих нервов. Вообще шикарно. Можно отдыхать, не париться. Что да. Случилось? Так, ничего. А что, надо париться? Париться создавать или что? Кто был? Пупс вон там. О, есть, все, пригласи. Пригласи. Все, погнали. Что вы обсуждали, пока меня не было? Тебя. Ой, я так и знала. Ну да. Твои булочки. Ну, которые ты печешь, поделишься рецептом? Блин, я опять пиво захотел. Ну тебе обязательно это говорить вслух? Я не понимаю. Выделяется. Свинья. Внезапное нападение. Да. О, и опять Руси. The enemy has 4 captures remaining. Ужасный. Кому я там помог? Хочешь выйти? Почему? В голову. Почему? Ну, с тобой. Почему? Не знаю. Я хочу что-то умного. Из-за меня? Ай. Давай выиграем сейчас быстренько. Да не тащим чуть-чуть. Да потащим, слышишь? 2 хилера в этой в этом режиме. Это просто боги. Мы боги сейчас вытащим. Куда ты побежал в другую сторону? Ты не бог! Не рубили. Что ты делаешь? Что ты в другую сторону в точку побежал? Вы без меня захватывает. Отвлекающий маневр был, да? Нет, я спрячусь. Ну, Вован, ну-ка своей кривой ракеты попробуй. Вот, шип. Ну ты туда сильно просто. Выиграл. Это танцует, блин. Артём попадает. New controller point activated. Давай, батюня. Или кто у меня тут? А. Батя. У меня же рентген. Вот. У меня тоже. Типа не спрячешься, да? Но он обошел меня.
всех рентгены, вы чё? У меня нету, я вообще не знаю, где у меня прицел. На какой букве. Вау. Куда надо нажать, чтобы посмотреть на прицел? Точно, я теперь верю. Выговорил. New controller point activated. А, кто стреляет? Эйвил, я думал, ты умер. На 6-4. Выгол, выгол. А что со мной? Ничего себе там турели. Так, ладно, отдаем им эту игру. Пусть его отгребают. Я ожидал этого. Моего разрешения? Нет, Вова, я нашел на аптечке. Ой, Соломон. Мне стенку показывают. Просто стенку? Ага. У Tesla 26 такие жесткие лаги в игре из-за того, что интернет слабый. Он видел со стороны, как вот эти чуваки выстраивались, а он мог бегать по карте в этот момент. То есть они выстроены, типа, ну, игроки смотрят, а он сбоку там бегает сам. Такая фишка была. Прикол. Левик пишет. А, нет, никогда это не писал. Или это... Нет, а я же перезагружал игру опять, видимо, приглашал. Соломон жестко пускает эти смбаганы. Раньше, по крайней мере, это делал. Жмите хаммер. Все, он больше не пускает. Ну вы чего? Выбирайте молнию. Я выбрала. О. Вова балуется, прикинь. Лорд Даркман. Моя любимая карта. Вот у типа ник глупо сука. Прикольно. У кого? Вон, глупо сука. Ой, я не успею до конца. 3, 2, 1. Ну, не, ну, дословно не так, но почти так. Получается глупо суджа. Я думаю, это глупо суджа. Your team has taken the hammer. Ребята, я снизу. Ой, кто-то хочет меня убить. О, фак. The enemy has dropped. You have returned the hammer. Все, поставил. Ой, разорвал. Интересно. Он здесь у нас что случилось. У нас хиля нету. Есть я. Я тут гоню беса, короче. А я видел через рентген. Вау! Разум. Разум был. Надо снайпер. Нихуя, молодец, нихуя. Блин, кто-то лагает. Я? Да нет, он с молотом мгновенно перемещается. Я не успел. Чуть-чуть. Ого, там дал вешать. Ну, убил кого-то, да. На отмашь. Берут молот опять. У нас? Угу. А, нет, турель поставил только еще. Ah!
Ого, тут турели, ребят. Прямо скажем. И жизни еще кто-то положил. Кто-то пришел слева или справа? Справа. Блин, нихуя меня задолбешили. Сбегаем вдвоем. Давай, давай, вон я хочу. Что-то не у вас. Так-то, в принципе, справа, я сверху. Окей. Okay. Ой, назад. Нормально, нормально, идем в нем. Пошли. Я с ней в бой хожу. Ой, вправо уходим резко. Убрал. Нет. Там еще справа не заходи, там три турели. Норм. Я отвлеку тут. Пока чисто, да, руки. И бот заходит справа. Готов. Молотом. Готов. Слева еще один. Еще разок сбегаем. Да, я еще здесь, все нормально. Сейчас я. Ну так нести. Да подожди, три турели, я две убрал. Тут вся команда. Они турелировали. Я бегаю, пока не умираю. Не могут меня поймать. Турельку опять поставили, ребят, справа не ходи. Взял за мной пошли. Блин. Убил одного. Еще сзади. Меня кто-то, я не выдержал, его все не выдержало. Ты обычно троих легко выдержишь, тут одного. Двоих. Что с тобой? Блин. Выиграл, выиграл. Болею. Your team has captured the hammer. Ну, Кила тут подрелся точно, да? Да. Может, он не трогал Кила еще? Это не так. А? Не так. Артём, еще раз справа по низу заходит. Я тоже с меня выделяться начинаю. Блин, пацаны, тебя с команды уволим. У нас время 2 часа ночи, пацаны уже тачку выдали, поехали за пивом. Ты услышали, ты там пиво, пиво, да? Тоже захотелось. Слева заход, прям слева. Настреливаем. Он стоком. Ну. Сверху на ящике. Есть, готово. Раз, дошел на 77. Взял. Ой, вот там, доберите его. Готов. Отлично. Это уже не бот. Это уже не бот, кто-то там еще подхватил. Ну вот, столько патронов. Смотри, видели? Да. С трех сторон. Попал по нему, прикинь. Кто-то взял. Помоги раза убить. Все, да, я стреляю. Он в читу. Надо отступить. Да, все нормально. Я сшипываю, что постоял, попался, пошел. Кто, за тобой? А у них турельки здесь кончились. Конечно, потому что они все у нас теперь стоят. Еще один отключился, тот не выдержал. Ой. Еще один. Убил меня. Раз. Снайпер. Раз, отлично играем. Так, ради мои кончились, потому что я взял снайпер. А я что, ну снайпер пулемет поставил? А нет, не кончились. Боже, спасибо, кто меня там подстраховал, я уже все. Выращиваем скилл. Блин, вот. Только чего ты побежал? Ты что, ничего не видел, что тебя начинали я наполнять? Я на расслабоне. Ой, кто-то отключился. Пуф, а этот Артём. Да. Сразу шума меньше стал, побежал. У него шумит, а у меня шумело страшно. У меня еще музыка играет. Не, ну я Артема все время громко слышу, у него вот этот шум, и когда он включает видео, так у меня вообще там эти вентиляторы его просто разрывают мозг. You have taken the hammer.
Еще и музыка, ничего себе. Ты вообще. Вова, ты куда, куда идешь? Я по правой стороне поверху. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Отлично. Правильно. Мысль была. Упс. Да. А ну там на базе у нас какой-то шухер непонятный. Блин, шухер. Нужно... За... Ой! 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 The enemy has dropped the hammer. Чуть-чуть, да. Сейчас буду брать. Думаю, да, раз тут. Хорошо. Не возьму. Взял. Взял обе щечки. Еще один спал. Двое там. Не было неожиданно? Наоборот, было. Еще у нас тут на базе, короче, толпа. Так. Они начинают. Что, побежали? Набежали, да. Поставили турельку там, где я всегда ставлю турельку. Слева. Все, я мне лозу. Он наверху, а? Да. На камне. Блин, о, не сопарил. Прям в голову прилетел. А где он? Вижу. Черт, он офигенно играет. Хотя всего 5 киллов. Your team has taken the enemy has stolen the hammer. Опа! Что я делаю? Да не, все, они заберут. Там без вариантов. Хотя, а, у нас молот. Отлично, вообще. Упс, переводил, так классно. Кто посмел? Сейчас я напишу, что можно? Меня убьют. Ну ты пиши. Класс, меня уже пишут, убьют. Ладно, потом напишу. Ой, ты такой босс. Меня уже все убили, шикарно. Да. Я совсем без минуса. Пиши, пиши. Нет, ты пиши книжку, может, решила. Пиши, пиши книжку. Пиши, два тома там, не знаю. Войтай мир, ну в чем себя не отказывай? А, ты тут можешь подождать. Упс, иди сюда, иди ко мне, потому что там народ заходит. Там двое заходят, или трое, я видела много рож. Шлифта. Ой, бля. Ты такой не это вот. Он пускает этим. Непосредственно. Сопли. Суп, слюни. Класс. Ну, как смогли. The enemy has stolen the hammer. You have taken the hammer. The enemy has dropped the hammer. The enemy has stolen the hammer. The enemy has dropped the hammer. А чё они все никак наш не донесли? Как он мне приложил туда? Я как раз замахнулся его разбить. The enemy has stolen the hammer. The enemy has dropped the hammer. Что у нас турелька делать на базе? Вражеская. Шпионит, наверное. О-о-о, попкорн. Он, по-моему, попкорн. Да. А, Андрюха. Я нормально играю. Я, блин, чё-то...
The enemy has stolen the hammer. Все, убили. The enemy has dropped the hammer. О, повезло. Где он там взорвался? Да как так случилось, это непонятно. Ой, опять у нас толпа. Да что такое, у них какое-то такое ощущение, что респаун. Все. Постоянно толпа на базе. Ты такие убиваешь. Если у нас они толпа, все... значит у них пусто. Да. Я у нас же сейчас, видишь, трое. Да, конечно, логично, я согласна. Но я уже не могу, уже только умираю. 15... Помогите, блин, ну помогите, туда их они все пришли. Ну так вот, как-то ж... У меня эти пробки выдумали. Почти дохлый с молотом. Это потому что ты про пиво все время, про пиво и про пиво. Что еще достойно? Ну, у вас бот есть, смотри, если есть, супер. У меня нет. А что, еще тот сам бой длится? Да. Ничего еще. Хреновый. Сейчас они будут побеждать. Может там натаскать? The enemy has captured the hammer. Ну и кофе пока. Время жрать. У нас есть. Если сможешь. Ты хоть не верхом пошел? Именно. Блин, низом пошел бы, уже молот бы принес. Там было свободно. Вниз был полностью в твоем распоряжении. Я проверю, там было свободно. Низом встретите, нет? Стараемся. И там уже лорд меня встречает. Верхом иду. Верх вниз. Нет, уже вниз. Иду вниз. Слева. У нас тут чувак. Ну. У нас тут чувак. Учить строком. Молодцы. Супер. Сейчас возьму. Убили меня. Чего же вы возле молота не стоите? Да я вообще в реинкарнации. Он почти умер. Там чуть-чуть осталось. Реинкарнация. Это нормально. Они сейчас здесь добегают. Ты что, никогда не слышал, что я говорю? А все, ну так не важно. А как это еще назвать? За год первый раз. Это видел? Да. Своя магия 43 посетителей. Его создал тогда, 62 назад. Чувствую. Это а что мало. Значит блок? Ну, по видюхам. Ну, на офсайте, куда это не пускаешь. Ну, вот здесь как-то не так называется, но ну, плохо как называется, в смысле. А где футболка твитческая? Так хотел. У меня есть она. Ага, так хотел, так хотел. Я носил ее. И буду носить. Сейчас, кстати, одену. Хорошая идея. Я просила, чтобы он походил немножко обнаженным. Сейчас. Пригласите Артема, наверное, в пати. А нет? Он не будет баловаться? Не знаю. Но не да важно. Я не знаю, это рискованно. Ну тогда приглашай Стив попкорном в пати. Пока Артем себе там кофе пьет. Кого? Давайте меня в пати. Хочу в пати. А ты не будешь баловаться? Что-то поперхнулся. Пивом, наверное. Все забыли. Ну чё, ну давайте. Хочу в патио. Классно, пацаны разминаются на заднем фоне, вон я смотрю. Так давайте выходим, Артема пригласим. Чё вы остались там? Выходим. Так. А куда вы вышли? Опа.